Лобная с Москвы. Кто там булькает? Это кальян. Хорошего вам отдыха. Ну, я так-то больше на работе, но спасибо. Да, я на острове. Самое лучшее. Приятно. Как на Сейшелах? Ой, на Сейшелах хорошо. Океан. Солнышко, тепло. Выглядишь супер. Спасибо. Юль, привет, милая моя. Привет. Отек с губ сошел, стало намного лучше. Благодарю. А можно мне прийти к Артему Сороке? Но если у вас есть такое желание, если вас не смущает, что у него отношения, то приходите. Почему не отвечаете на вопросы о Черно? Ну, я не видела, значит, еще раз напишите. Очень тебя люблю, спасибо, мне приятно. Привет, вчера Черно сказала, что история с эскортом выдумана для хайпа. История с чьим эскортом? Я не понимаю вообще, о чем вы говорите. Купаться не любишь? Где твой загарчик? Не люблю загорать. Когда сильно душно, я не очень хорошо себя чувствую. Поэтому загорать предпочитаю в солярии. Устала? Да что-то как-то спать хочу. Сегодня рано просто встала. Почему не куришь кальян? Не знаю, не хочу. Юлечка, вживую вы намного красивее. Спасибо, мы с вами знакомы. Привет, Захар и Ирина вместе. Смотрите эфиры. Где-то еще надыбала. Какая ты запасливая. В Москву в октябре. Покажи платье. Это не платье. Это костюм. Вот. Комбинезон, точнее. Ебаров соленый. Ну, вы же смотрите эфиры. Ну, вот сейчас я вам все расскажу, так как прийти в кино, заведомо зная, какой там будет конец. Ну, какой интерес тогда? Это ты так там с кем? Это я там со своей Ингой. Инга просила сегодня не показывать. С кем ты встречаешься? Ни с кем. Это очень красивый и скромный успех в тебе. Как приятно. Макияж. Да, мне тоже очень нравится. Ингуль, тебя хвалят, видишь? Кто такая Инга? И духи. Вот они. Уже не первый раз их показывают. Вот. Да, специально для этих целей. Спросит, какие любимые я. Опчики, достал. Сейчас. Я не могу понять, почему пишешь, что слабый сигнал. Я же всегда с того места выхожу в прямой эфир. Так. Ефремкова, можно к тебе приехать? Ну, я. С Хроминой не общаюсь.
Ну и в принципе никогда не общалась. Когда ой, сейчас меня захвалите. Магнитогорск, привет. Сигнал слабый. Да вот что-то я не понимаю, в чем дело. Ребят, это не платье, а крутое платье, где брала? Это комбинезон. Эфир виснет. О, кальянчик попёр. Да-да-да. С кем дружишь из ребят? С кем я общаюсь чуть лучше, чем с другими? Просите показать комбинезон. Вот он. Видно вам так. Так, а если я сяду сюда? Ой. Чем сегодня кальян, спрашивает Инга, с чем? В тупик? Винограда. Идти до Лобного, может быть, там будет лучше ловить. Блин, он крутой вообще. Если вы про мой комбинезон, то спасибо, мне он тоже нравится. И цвет мне нравится очень-чень, очень-чень. Хватит ставить сердечки и виснет эфир. Ефремкова, ты очень красивая. Спасибо, только я не Ефремкова, я Ефременкова. Так все хорошо. Тебя плохо видно. Так я уже не знаю. Вот уже иду к Лобному. Там все равно меня плохо видно. Курильщица, фу. Ой, какой кошмар. Простите меня, святые люди, которые не ругаются матом, которые не курят кальян, которые не выпивают вообще даже по праздникам. Простите меня. Такую нехорошую. Цвет комбинезона классный, да. Какие напитки ты предпочитаешь? Если вы про алкогольные, то я не пью. Ну, раз там в год, два раза в год на день рождения, на Новый год могу выпить бокал шампанского. Здесь лучше ловит или нет? Как твою собачку зовут? Миленочка. Чка. Саймон еще один. Не скажу. Как погода? Погода хорошая. Сегодня даже дождя не было. Лучше, да? Ну все, значит, пока тут будем. Кури, кури, все равно умрем. Какая разница, от чего берет жизнь и все. Забей на все говнянские комментарии. Да, я вообще на них давно-давно забила. Ты много раз купалась? Я ни разу не купалась в океане, ну вот в этот приезд. Ты точно не выпившая, такая веселая. Слушайте, ну если для того, чтобы у вас было хорошее настроение, вам нужно выпивать, то это как-то странно. Я достаточно позитивный человек, и мне не обязательно пить для этого. Собака с моей мамой. У тебя такие красивые глаза. Спасибо. Лобное записывайте. Лобное уже было. Сейчас ждем Лобного с Москвой. Янчик, привет. Как дела твои? Как относишься к Фрост? Никак не отношусь. Ты куришь? Сигареты не курю. Юль, тебе не надоело выслушивать? Мне? Нет, конечно. Я абсолютно адекватно отношусь вообще ко всему, что пишут. На негатив? Ну, иногда отвечаю негативом. Иногда вообще ничего не отвечаю, в зависимости от настроения. Отравку. Господи, боже мой, нет, конечно. Какую музыку слушаешь? Я меломан, люблю разную музыку. Но больше всего люблю русскую попсу. Во сколько встаешь? Тоже всегда по-разному. Если это теты, то просыпаюсь пораньше. Если только лобная, то можно и поспать.
Губы супер, спасибо. Губы свои? Нет, не свои. Нравится твой характер, дерзкий, справедливый. Спасибо большое. Как тебе роль ведущей? Мне очень нравится. Поешь классно, спасибо. Так, гони нафиг Ябу, настругал детей, ответственности ноль. Ян, ну это же обоюдный процесс. Тут же не только мужчина участвует, да? Девушка, которая знает, что Ебаров не несет ни за одного своего ребенка никакой ответственности, что он достаточно халатен в этом отношении. И она ложится с ним в кровать и готова делать детей. Но вот в этот момент ее мозги где? Поэтому я считаю, что вопросы в таком моменте не только к мужчине. Не хочет говорить цвет волос. Я не хочу, я его не знаю. Честное слово, мне несложно было бы сказать. Ресницы, да, наращиваю. Ты самая лучшая ведущая. Ну, нет, конечно. Но я стараюсь свою работу выполнять хорошо. Ты в детстве жила в доме или в квартире? Всю жизнь жила в квартирах. И как-то, если честно, даже не хочу свой дом иметь. Какой фирмой косметики ты пользуешься? Ну, конкретно какой-то одной нет. Тональный крем из Estée Lauder. А пудра, если рассыпчатая, то Шанель. Ой, тушью не пользуюсь. Тени тоже разная фирма. Ну, нет чего-то определенного. Ты любишь детей? Обожаю детей. Как тебе ситуация с Сэмом и Марго? Очень хорошо отношусь к Маргошке, но считаю, что когда девушка в отношениях, она так себя вести не должна. Но это мое субъективное мнение. Какой объем? Ресницы 2D всегда делаю. В темный цвет обратно не хочу. Привет, Израиль. Они своими губами неудобны или как? Так же, как и свои, никакой разницы нет. На данный момент ты влюблена или твое сердце свободно? Мое сердце не свободно. Привет, передай привет бабушке Любе из Стерлитамска. Она тебя очень любит. Привет. Спой что-нибудь, пожалуйста. Тут что-то я не знаю, что вам спеть. Вес сейчас, наверное, 49. В форме как держишь себя? Это генетика. Спасибо родителям. Никак не держу себя в форме. Просто там парни так красиво заливают девчонкам в уши, что они глупо верят. Ну, всю информацию нужно делить, не знаю, на 50%. Ты же человека, ну, как бы, которого ты не знаешь, да, ты же смотрел, в основном люди, которые приходят на проект, они проект смотрели, они же понимают, с кем они будут иметь дело. Как тяжело дается работа ведущей? Абсолютно несложная работа. Единственное, когда бывают такие ситуации, ну, на которые я очень остро реагирую, которые я пропускаю через себя, я не могу там переключаться. Допустим, так это работа, я отвела лобное, все, эта ситуация мне не касается, я иду дальше, живу своей жизнью. Нет, я прихожу домой, начинаю грузиться, начинаю думать, почему человек сделал так, а почему повел себя вот так. Ну, вот в моральном плане бывает иногда сложновато. А вот вы снимаете «Дом-2», и через сколько дней выпускаете? Через 7. Брови хной не крашу, это карандаш.
Расскажи про Тату и Валеру. Я не думала, что он такой ребенок еще. А что рассказать? Ну, ребята не вместе, ребята собираются разводиться. Тата, что? Я не знаю, что вам рассказать. Сорок девять это при каком росте у тебя? Рост 164. Как Гриц? Я не знаю, он ушел с проекта, я не знаю, как у Ромки дела. Нет, прически сама не делаю, не крашусь сама. Это Инга все. Какой тоналкой красишься? Estée Lauder. Ты не выспалась? Да, я хочу спать. Как попасть на дом 2? Да все очень просто. Приходите на кастинг, если вы в Москве, в Самора Машелла. И, собственно говоря, если вы понравитесь кастинг-менеджеру, то будете нашими участниками. Sorry. Так, налобно несут подушки. Почему такая большая задержка эфиров? Ой, это не ко мне, ребят. Пропускаешь, короче, все через себя, береги себя и нервы. Спасибо большое. Да, ну этому нужно учиться. Принимаешь все близко к сердцу или нет? Да, я всегда такой была. И, наверное, некоторые ситуации не нужно через себя пропускать. Передай привет Туапсе, девочка знакомая просит. Привет Туапсе, Янечка, привет. И подружке привет. Хорошо выглядишь, спасибо. Где все ребята-то на Лобном? Ну, ребята каждый занимается своими делами. Кто-то кушает, кто-то плавает в бассейне. Я на Лобном, потому что у меня гримерка тут недалеко. Ты поправилась или искажение? Ну, я весила 46, сейчас 49. Наверное, чуть поправилась. Вот у нас, видите, уже зажигают факел. Юль, ты клёвая, будь всегда такой. Так. Спасибо. Юлечка, ты прекрасна. Расскажи про наращивание, как тебе? И мне все нравится. Я уже достаточно давно наращиваю. Ничего плохого не могу сказать. Главное, хорошего специалиста найти. Сегодня на статью наткнулась про тебя. Пишет, что зазвездилась из Сейшел, не хочешь уезжать. Типа кайфуешь там вести шоу. А в чем звездность заключается? Мне нравится на Сейшелах, а кому тут не понравится? Райское место, любимая работа. У меня семьи нет пока, детей нет, мужчины нет. С кем бы я жила? Почему бы мне тут не находиться? Не знаю. Я считаю, это работа мечты. Вы не согласны разве? Тем более сейчас холодная Москва, ну... Понятно, ребятки, что больше преимуществ у Сейшел. Все, все идем на Лобное, потом пойду я в гримерочку чуть-чуть подправлюсь. Всем хорошего вечера. Ребятки, все идем на Лобное, надо быстренько пройти на Лобное с Москвой. Все идем на Лобное.